Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео вот такого формата про цветовой квест. Это цветовой квест «Животные» Джон Вудкок. Здесь, как все знают, 30 иллюстраций животных всевозможных. И у меня осталось, мы здесь красили сырой постоянно, преимущественно, бывало и с Людой. В общем, у меня осталось здесь совсем чуть-чуть иллюстраций. Ира уже закончила эту раскраску. У меня осталось буквально несколько штук здесь нераскрашенных. И я решила, что ну уже и поднадоела эта раскраска, и пора бы уже с ней распрощаться, дать дорогу новой раскраске. И я хочу ее закончить. Начался Новый год, и я, к сожалению, вот нужно было вообще... Сейчас сижу, думаю, что нужно было поднапрячься и раскрасить ее, закончить уже в декабре. Но не закончила, поэтому хочу сейчас. На январь у меня была вот эта вот иллюстрация с пингвинчиками. Я хочу ее сейчас вот дорисовываю. У меня осталось преимущественно один цвет. Красила краёлами, они у меня заканчиваются. И я хочу их уже добить тоже вместе с раскраской и фломастеры добить, потому что все, что осталось от сотни, и то рисует уже, мягко говоря, не особо презентабельно. Как-то вот неаккуратно получается. Мне кажется, когда красишь другими, даже более аккуратнее получается. У меня остался, собственно говоря, один цвет. Вот здесь двоечка. Я вот уже склоняюсь к тому, чтобы взять какой-нибудь, может быть, даже спиртовой маркер или что-нибудь в этом духе. Ну, посмотрим. А может, и не буду. Ну, в общем, осталось закрасить совсем чуть-чуть. Может быть, возьму, собственно говоря, и вот брашек от Фаберов. Не знаю, то ли за счет техники кисточки, то ли за счет самого состава этого браша. Ну вот я крашу, сколько раз убеждаюсь, что даже как-то аккуратнее выглядят работы, когда я крашу именно Фабер-Кастелями. Причем неважно, браш это или даже фломастеры. Ну вот мне кажется, что как-то аккуратнее получается. С чем это связано, не знаю. Начала не по порядку. Я сначала решила, что я хочу закончить эту раскраску. Соответственно, первое, ну вот видите, уже... накосячил, сложновато выравнивать здесь все. Сначала думала, что по порядку уже, ну, начну с самого начала, вернусь к началу, и все, что у меня в начале там не раскрашено, буду по порядку идти и закрашивать иллюстрацию, дабы ее закончить. Закончить хочу в течение, я даже не знаю, честно говоря, желание, знаете, закончить ее вот уже в этом месяце и всю ее закончить. Я, конечно, сильно постараюсь, чтобы уже закончить и не растягивать удовольствие еще на несколько месяцев. Мы вроде как распланировали ее еще на несколько месяцев оставшиеся иллюстрации с Людой. Но не знаю. Все равно что-то как-то не идет, не особо. То я достаю, вроде мне хочется ее раскрасить. Думаю, так, сейчас достану, хотя бы пару иллюстраций сделаю в ней. Но вот начинаю, и у меня ничего не идет. Не абсолютно. Поэтому да, хотелось бы все-таки, раз такое дело, наверное, как можно быстрее ее уже закончить. Ну, дело даже не в том, что вот она не идет, поэтому, наверное, уже имеет смысл быстро, пока есть, когда есть настроение ее красить прям по несколько иллюстраций, значит, действительно, пора ее уже закончить. Потому что боюсь, что если сейчас не закончу, то она еще год пролежит. Мне бы не хотелось, честно, мне даже не хочется ее на месяц растягивать. Я бы за неделю такая бы. Ну, понятное дело, что никому не интересно. Все будут ждать разных рисунков, разных видео. И никому не интересно будет сидеть, смотреть одну и ту же раскраску в течение там недели-двух.
Это все понятно, поэтому я, конечно, по мере раскрашивания все в одно видео соберу. Для вас это будет обычный влог. Ну, не знаю, как получится, надеюсь, не особо длинный. Вот. Ну, а для меня пройдет, наверное, все-таки недели две точно. Потому что, понятное дело, что сутками сидеть я с ней тоже не буду. Буду как по настроению. Ну, конечно же, мне хотелось бы, чтобы я ее как можно быстрее закончила. Там уж как повезет. Так, вот так вот у меня получается. Поэтому сейчас остановлюсь. Остановлю кадр. Докрашу его и вам покажу. И приступлю уже к новой. Продолжаю свой хобби-влог. Напомню, кто недавно начал смотреть или забыл. Я решила цветовой квест животные закончить уже. Решила напрячься и докрасить уже оставшиеся несколько иллюстраций, дабы закончить эту раскраску. Ну, тут осталось буквально 4-5 иллюстраций не раскрашенных. Чего уже тянуть кота за все подробности? Проще уже ее закончить. В общем, сижу, раскрашиваю. У меня осталось тут совсем немного. Так, раскраска огромная, едет. Неудобно. И я вот думаю, каким цветом ее закрашивать. Осталось совсем чуть-чуть, как вы видите. Поэтому хочу закончить. Вот уже начала этого лемурчика красить. К сожалению, уже начала красить, почти закрасила, да? И вспомнила, что нужно показать процесс раскрашивания и так далее. Крашу краевой, как и говорила, преимущественно, дабы и краёву хорошо продвинуть, и раскраску, потому что краёва, как вы помните, портится, помимо того, что заканчивается, сохнет, она еще и как-то умудряется портиться, как будто плесень на них. Непонятно, в общем, что это с маркерами. Вот. И я решила, тут уже осталось совсем чуть-чуть. Буду добивать их как раз в паре с раскраской. Вообще в планах в этом году не одна раскраска. Ну, посмотрим. Мне бы хотелось в целом. А там уж как получится. Потому что загадывать тоже нет смысла. Не люблю раскрашивать вот краёлой. По крайней мере, вот такие фрагменты не очень-то удобно. Вроде бы тут и носик такой вот заостренный. Можно и широкой частью, и тонкой красить. Ну, вот как там. Не так, не так. По крайней мере, вот эти шестигранники неудобно. И, как вы видите, я до этого красила фаберами. Там взяла... Фабера нет такого, более темного фиолетового. Взяла от краёлы. И вот сразу отличается. Даже как ложится фломастер, как выглядит. Рисунок сразу отличается. Ну, никуда не денешься. Нужно красить, нужно заканчивать. И я буду уже закрашивать. Вот такой вот получается лемурчик. Нравится мне фабер, но вот, к сожалению, что там, что там. Может быть, и было бы у меня пару брашей закончилось. Уже поздно об этом, так сказать, подумала. Нужно будет купить новые, так сказать, восполнить то, что закончилось, заменить новыми. Но вот как-то я одно время, я до сих пор придерживаюсь, ну, плоховато, конечно, хотелось бы лучше придерживаться своих же планов. Я не хотела слишком много покупать
раскрасок, канцелярии. Ну, в общем-то, я стараюсь, я по мере возможности. Но как раньше, так уже не покупаю все подряд, потому что хоть я и пользуюсь много, и карандашами у меня, вот я показывала во влогах, достаточно хорошо так заканчивается, по крайней мере, лира. И раскраски вроде как, ну, может быть, не так быстро заканчиваются, как хотелось бы, заполняются, но тем не менее. Поэтому все-таки я стараюсь себя сдерживать сейчас в покупках. И вот нужное, главное, не купила, а вот ерунды всякой опять набрала. В общем, да, шопоголик еще тот. Ну да ладно, я обязательно куплю. Значит, будет в приоритете, в планах браши, потому что, ну, все равно мы красим. Они, кстати, очень хорошо еще от фаберов браши ложатся на акварель хорошо. Если вот вы раскрашиваете что-то, и вам нужно, ну, может, и рисуете, не обязательно раскрашиваете, очень хорошо ложатся на акварель, то есть дорабатывать можно какие-то иллюстрации. Поэтому тоже очень здорово. И буду сейчас закрашивать. Посмотрим, что получится. И получится ли что-то. Ну вот сейчас закрасим, посмотрим. Этими краюлами не люблю. Кстати, искала, где пропустила шестерки, не могла найти. Сейчас вот, когда уже не перестала искать, начала красить другой цвет. Потому что я видела, что где-то я пропустила одну циферку, не докрасила детальки. Не могла найти. Сейчас вот начала красить другим цветом. Нашла шестерочки, да, еще пропущенные. Ну, это не страшно. В любом случае, они потом, когда все раскрасится, они будут не закрашены, их будет видно. Но я прям целенаправленно держала в руках карандаш, чтобы его закрасить. Ну, вот. Я стараюсь красить. Обычно контур обвела и площадь закрашиваю, но тут стараюсь. Мне понравилось именно такой вот, как есть рисунок мозаикой, так и закрашивать по возможности, как можно это. Не всегда это, к сожалению, получается. Вот с краёвой сложнее. Поэтому не очень аккуратно из-за краёвы получается рисунок. Ну, решила уже себя не мучить, как получится. Потому что ей бы радоваться этой раскраске, что я ее все-таки закончу, несмотря ни на что. Вот по поводу городов не уверена, а здесь я все-таки ее закончу, потому что в городах еще и вот эти линии тонкие все, короче, невозможно красить. Здесь как-то еще постольку поскольку. Поэтому да. Раскраске еще сильно повезет, что я все-таки ее докрашу. Так, где ищем, где еще есть. Черных тоже нужно докупить. Это прям какой-то трэш. Я даже новые покупаю, там какие-то фломастеры, маркеры, я не знаю, да что угодно. И черный в первую очередь тут же заканчивается. Прям вот я столько не крашу, как они с таким вот, с такой скоростью у меня заканчиваются. Вообще не понимаю, в чем проблема. Что с черными у нас? Ну вот так, к сожалению, ни Ашана, ничего подобного у нас нет. То есть поштучно не купишь именно просто фломастеры. Допустим, мне бы просто пару черных фломастеров купить. Я заправляю, покупаю туши, заправляю старый брашик от Фабера, специально его оставила черный, и заправляю. Но проблема в том, что я вот пару раз заходила в магазин, и тушь была любого цвета, кроме черного. Представляете? Ну, а мне нужен именно черный. К сожалению, его нет. Поэтому да, я остальные-то тоже докуплю со временем, они тоже имеют свойство, вот браши заканчиваются, можно будет заполнять и красить. Она не протекает, эта тушь от Кохинур.
Вот, но именно черной не было. Не знаю, что прям с этими черными. А, к сожалению, их тут очень много. И здесь в цветовых, и по номерам, да где угодно, сами знаете, черный цвет всегда ходовой. И вот, конечно, порой даже в одной картинке может быть сразу несколько черных оттенков. Поэтому да. Вроде бы цветовые. Такие вот, да. И по номерам вроде как цветные. И цветовой квест, он по большей части так и называется, собственно, цветовой. Но вот преобладает вечно черный. Здесь вот еще не так, а пару иллюстраций вот у меня предстоит раскрасить прям преимущественно черное. Не знаю, как я буду. Напоследок буду оставлять ее, эту иллюстрацию, хотя планировала одной из первых закрасить. Лишь по причине, что у меня столько черного нет. А там большая часть иллюстрации как раз-таки черный фон вокруг, и контуры, все на свете. Так что да, не в восторге я. Вот. Вот так вот двигается, я надеюсь, вам видно. Так, потому как книга огроменная, книга очень большая, и порой в кадр не лезет. Так, не вижу. Вот опять начинается эпопея, не вижу. Здесь вот пропустила, сейчас надо будет закрасить. Пока вижу другой цвет. Тоже искала. Вроде как все раскрашено было. Сейчас крашу другим цветом, да, повыплывали те, что искала. Парадокс. Но оно всегда так-то, видимо, глаз подзамыливается, когда долго красишь. Это также с пазлами, допустим, с мозаикой. Когда долго сидишь, и глаз устает, замыливается уже. И нужно как бы отвлечься. Ну, хотя бы как минимум на пару минут отвести взгляд от той или иной иллюстрации, там, я не знаю, пазла. В общем, то, чем вы занимаетесь, сидите в данный момент. Так и здесь. Но я вот прям был какой-то сплошной такой кошмар. Уже и взгляд отвела, сидела в сторону, это поворачивалась. Нет, думаю, ну все, все закрасила. А вот фигушки, видите, выплывают пустые клеточки. Так что да, буду сейчас поправлять ситуацию, чтобы сразу, мне хочется сразу, не отходя, так сказать, от кассы, сразу это все закрашивать. Вот. Осталось-то тут буквально пару оттенков. Я очень надеюсь, что задуманное получится, потому что вечно, знаете, что-то как только напланируешь, решишь сделать, обязательно пойдет что-то не так. Так, так как я видела здесь, да, видела, уже не вижу. Это какой-то кошмар, вот она. Одну цифру, нужно ее закрасить. Чтобы, вот видите, как-то вот фаберами, хоть фломастеры, хоть браши, это все гораздо круче раскрашивается. Так, где-то тут я только сейчас закрашивала и видела очень-очень много шестерок. По-моему, шестерку я не закрашена была. Ну вот видите, сейчас опять не вижу. Вот, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Еще же специально подумала, думаю, надо раскрасить. Ну вот, только в одном месте вижу. Сейчас я ее закрашу, чтобы уже спокойной быть. Я надеюсь, сама в кадр не лезу. Закрашу, дабы
это было, да что-то закрашено. Мне так будет спокойнее, что они уже прокрашены, эти ромбики. По-моему, где-то еще я видела. Могу, конечно, ошибаться, но мне такое чувство, что я где-то что-то красила, и где-то еще я видела эти шестерочки. Еще так же, вот как сейчас подумала, думаю, надо закрасить, а то потом опять буду сидеть их искать. Какой-то вот прям пунктик, что надо найти и закрасить. Ну ладно, будем надеяться на лучшее. Так, двигаем. Вот видите, как у нас хорошо продвинулось. Я надеюсь, не будет слишком длинным видео, потому что продолжаю красить, как и планировала, как и сказала, буду по мере этого раскрашивания снимать, показывать вам. Где-то немножко процесса, где-то готовую работу, где-то когда только начинаю. Ну, то есть, чтобы как бы вам было понятно, да, что я действительно ее раскрашиваю. А то вдруг кто-то решит, что она у меня уже закончена, а я тут просто время тяну. Так, ну и вот, собственно говоря, еще одну сейчас закрасим. Не будем надолго растягивать. Так, что у нас тут? Вот тут. Вообще, конечно, очень вполне этот вот, допустим, даже в отличие от предыдущей картинки с пингвинами, здесь как-то вот вообще в легкую пошло. Но немножко камень преткновения получился. Оттенки. Я не люблю, мне нравится взять набор и сидеть раскрашивать, да, допустим, один или другой. Я не люблю смешивать, потому что некоторые фломастеры даже с фломастерами, а бывает, и тем более уж фломастеры с маркерами, бывает, конфликтуют. Какие-то спиртовые, какие-то водные. В общем, все это дело бывает, начинает конфликтовать, расползаться и так далее. Поэтому я не люблю, во-первых. Во-вторых, как-то, ну, уже интересно, взял коробочку каких-то определенных фломастеров, сидишь, красишь. Здесь вот, к сожалению, с этим, да, печалька. Потому что приходится постоянно подпрыгивать, искать оттенки. Понятное дело, что чем больше оттенков, тем более интереснее будет иллюстрация, но я так не люблю постоянно что-то бегать, искать, подбирать, тут уже удовольствие не... Но это вот кто кому нравится, есть у меня даже знакомая, ей вот нравится именно процесс не столько красить, сколько подбирать, сидеть, выбирать, подбирать, подгонять. То есть я так не люблю, поэтому, да, видите, вот насколько даже мы разные. Ну вот еще один повод, чтобы ее закончить, потому что постоянно, ну, у меня как-то не очень хорошо получается здесь что-то подбирать. Да и не особо заморачиваюсь, не особо мне нравится. Ведь она ж предназначена, чтобы получать удовольствие, расслабляться, раскрашивать. Но никак не нервничать, не подбирать оттенки, еще что-то. Или когда неудачно подбираешь, сидишь, расстраиваешься, что вот посмотришь, девчонки так красиво красят, а у тебя ерунда получилась. Поэтому, дабы не расстраиваться лишний раз еще из-за этой ерунды, а получать именно удовольствие от процесса, я решила раскрашивать, как раскрашиваю. И не более того, в конце концов, это же хобби, даже это же даже не работа. А то как-то, знаете, иногда бывает, настолько зацикливаешься на чем-то, что начинаешь себя ловить на мысли, что хобби уже перерастает как в обязаловку какую-то, в работу. Поэтому так не устраивает. Это неинтересно. Это плохо. Поэтому, да, надо менять. Так, ну вот так у меня получается.
Я буду, наверное, опять же, я не знаю, как по времени все это дело будет обстоять. И, скорее всего, я буду, может быть, разобью на две части видео, потому что если еще и с процессом, то, к сожалению, это будет очень длинное видео. Поэтому, чтобы такого не случилось, скорее всего, я его разобью на две части и покажу вам. Продолжаю свое видео по раскрашиванию. Точнее, по заканчиванию своей раскраски. Я так увлеклась, что раскрасила пару иллюстраций. Забыла совсем их показать. Но уже буду показывать, листать раскраску. В общем, сейчас раскрашиваю вот такого жирафика. Точнее, жирафиков. Их тут несколько. Основной большой, да, и вот два маленьких. Достаточно легко красится. Ну и по плану потом, после жирафов, остается в заключение вот это вот муравьед иллюстрации. Я тут начинала когда-то ее. И все. И в целом у меня раскраска раскрашена. Ну, за исключением одной иллюстрации. Как-то очень давно я показывала. Мы красили сырую лягушку. Я ошиблась. Там, где нужно было коричневым, я сделала зеленым. Где зеленый. Ну, в общем, перепутала все. Не знаю, закончу я ее когда-нибудь. Нет. В общем, в данный момент, именно в рамках законченной раскраски, я не особо планирую закончить. Ну, потому что я напутала. Здесь будет вообще черти что. Поэтому тратить фломастеры, время на нее не особо хочется. Ну, посмотрим. Не зарекаюсь, как говорится. Может быть, и закончу. Так что продолжаю красить. Осталось полторы иллюстрации. Я думаю, скоро увидимся с вами. Итак, завершаю свой хобби-влог. Такой небольшой свой собственный челлендж. По заканчиванию раскраски. Цветовой квест «Животные». Непростые картины по номерам. Джон Вудкок. В общем, я уже напомню, раскрашивала. У меня оставалось тут буквально 5-6 иллюстраций. Не закрашу, 6, по-моему, да, или 7. По-моему, 6. Все-таки иллюстраций нераскрашенных оставалось. Я начала красить одну, потом решила, думаю, ну, еще одну раскрашу, чтобы двигалась раскрасочка. Пока красила, в общем-то, решила, ну, что я уже буду оставлять эти 3-4 иллюстрации, растягивать, как говорится. Я ее закончу. В общем, решила закончить. Мы с вами пару раз немного красили, я пыталась показать. Надеюсь, это не будет очень длинным видео, поэтому быстро покажу уже раскрашенную, законченную, так скажем, раскрасочку, чтобы не тянуть время. Ну и, собственно говоря, первая иллюстрация, это были вот такие рыбки. Самая первая иллюстрация, начинала красить спиртовыми маркерами, у меня закончились тут некоторые вот маркеры, я откладывала, думаю, потом как-нибудь докрашу. Ну, в общем, в итоге быстренько докрасила уже фломастерами, ну, чтобы она не была не закрашенная. Следующая иллюстрация, это вот такой тигр. Красила тоже фломастерами. Фломастеры всяко разные. Faber-Castell, и Animal Planet, и... Да, в общем, разные. Дальше. Здесь вот одна единственная у меня работа. Это лягушка. Я как-то говорила, что тут где-то, по-моему, вот это, наверное, или что-то вот... Где-то вот тут у нее дерево, и я не тем цветом все закрасила. А теперь думаю, как быть. Может быть, когда будет настроение, я как-нибудь за нее возьмусь и попробую как-то это все исправить. Ну, закрасить, не знаю, может, гуашь или акрилом. Посмотрим. Пока что без вариантов. Так, следующая. Попугай. Собственно говоря, вот я ее. Она была в процессе, закрашивала. Она была вообще так-то у меня на июнь месяц. Я ее закрашивала. Здесь фломастер и Faber-Castell. Вот такой вот попугайчик. Тут вот пару линий. Не знаю, видно, не видно, не пугайтесь. Ну, девчонки помогли раскрасить. Тоже помогали. Следующая иллюстрация была. Вот такая вот сова. Мы ее красили с Людой вместе.
уже. Вообще мы красили по большей части сырой. И вот уже оставшиеся красили с Людой. И когда осталось, как я напомню, чуть-чуть решила уже добить. Следующее. Вот такие божьи коровки. Вообще неудачно как-то получилось. У меня эта иллюстрация. Я красила ее Кариока Джей по мастерам. Но не знаю, не понравилось, как получилось, к сожалению. Дальше, да что ж такое, книга большая, огромная, еще и туда-сюда верчу. Опять же, это была на май иллюстрация. Я ее тоже вот в рамках этого челленджа докрашивала. Вообще, хочу сказать, за 4,5 дня быстро справилась, так что довольна результатом. Здесь тоже Faber-Castell фломастеры. Ну и вот этого жирафа я вам, по-моему, показывала, если не ошибаюсь, тоже красила. Здесь тоже Faber-Castell. Это был июль. У нас на июль. Вот такой вот, такие вот жирафики. Кстати, вот именно эта иллюстрация вообще в легкую раскрасилась. Я не знаю, даже не заметила, как я ее раскрасила. И достаточно очень быстро. Все остальные, с остальными пришлось повозиться, покопаться. Прям руки побаливают. Да, я сразу села и не то, что в течение месяца красила по одной, чтобы ее закончить быстренько. Нет, я вот почти там 4-4,5 дня красила. Вот такой получился рисуночек. Некоторые цвета взаимозаменяла, потому что, как я говорила, я не люблю сидеть вот это вот. Но нету и нету подходящего цвета, взяла чуть другой. Не страшно. Дальше вот такая вот улитка. Ее мы, по-моему, сырой красили. На этот месяц вот как раз я красила вот этих пингвинчиков. Январь стоит, да, январь. Как раз такие вот такие пингвины здесь краевые. Завершала я как раз таки раскраску вот этой вот иллюстрацией муравьед. Здесь тоже Faber-Castell и немножко вот коричневый и черный, это Animal Planet фломастеры. Собственно говоря, протекают все без исключения. Так, бумажка, она теперь уже здесь не нужна, листочек. В общем, вот такой вот муравьедик получился у меня. Да, больше нету. Вот такая уточка мы красили, по-моему, сырой. Тоже вот девчонки помогали красить. Они у нас умнички. Любят помогать. Как и тут. Видите, вот такой леопард был. Вот такая вот змеюка у меня была. Я здесь красила... Я не помню, чем я здесь красила. По-моему... Шарпами красила синий цвет, это шарпики, и не подложила ничего под низ. К сожалению, все протекло, понятное дело. И вот тоже, это на август аж был дельфин. Вот его тоже в рамках этого челленджа закрашивала. И вот видите, я забыла подложить листок, и все было вот в крапинку вот этим синим. Но, насколько возможно, перекрыла. Ну, дальше, как говорится, вот так. Я так и не поняла, здесь даже глазик ему не сделали. Потому что даже вот просвечивают фломастеры, нету ни одного темного именно на, чтобы хоть какой-то глаз у него был у дельфина. Дальше следующая вот такая обезьянка была, вот такая бабочка у нас тут была, одна и тоже из первых иллюстраций. Следующую также в рамках этого челленджа я закрашивала вот этих вот, потому что они на март стоят. Фламинго. Ну, то есть подписано то, что я красила сейчас, чтобы ее закончить. Вот и пока, ну, озвучиваю эти иллюстрации. Здесь тоже, по-моему, Faber-Castell. Да. И здесь Икея. Поэтому как-то размыта иллюстрация. И вот эту вот еще красила. Вот эта ленивица, она на февраль была у меня. Вот такой вот ленивый мишка. Закладку можно убрать, она уже теперь не пригодится, да? Стикер этот. Вот такой ленивец. Следующий это вот такой крокодильчик был. Дальше вот такой Левушка у меня был, неоновый. Красивый. Мишка. Вот такой замечательный. Очень нравится тоже мне эта иллюстрация. Я надеюсь, вам видно. Прям вообще
книга огромная, не знаешь, как поместиться в кадр. Такой тукальчик мы красили здесь сырой слюдой. А дальше вот такая собачка. А вот такого хамелеончика сырой красили. Дальше вот такие вот крабики с рыбками. Здесь. Следующий это вот такой морж. Почему-то в августе мы его красили. Моржа. Дальше. Вот эта вот птичка, но какая-то она крайне неудачно получилась. Не знаю, вообще не нравится абсолютно, как она вышла. Следующее, это вот такая мартышка. И последний, это вот в октябре был мишка-ленивец. Ой, Калла, господи, ленивец, Калла. Вот такая вот. Ну и, собственно говоря, все. Официально законченная раскраска. Ну вот единственное, как я уже сказала, может быть, вот видите, я здесь лягушку что-то намудрила, у меня что-то пошло не так. Я так и не пойму, что. Наверное, вот это все должно было быть коричневым, судя по рисунку, а дальше зеленое. Я задом наперед все сделала. Не знаю, может получится перекрыть. Но я, наверное, когда уже будет настроение, может раскрашу вверх, а тут уже дойдут до вот этой вот переборочки. И посмотрим, что получится. Не знаю пока. По-моему, тройку тоже, по-моему, перепутала. В общем, как-то вот так вышло. Мне нравится, как получился вот попугай, сова и последние эти жирафы. Прям я в восторге, как они получились. То ли уже руку набила, то ли... Не знаю. Ну, прям очень понравились. Вот такой у меня получился небольшой... Собственно, челлендж по завершению раскрасочки. Спасибо, что были со мной, что посмотрели мне. Я герой. Осилила. Я его все-таки осилила, потому что в процессе были разные мысли. Не покидали меня бросить это все дело. Потом думаю, ну ладно, отложу. До конца месяца еще есть время. Потом думаю, нет, докрашу. Потом думаю, нет, не буду. В общем, я герой. Я молодец. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и... Всем пока-пока!